замка зажигания. И даже задним ходом вы правильно выйдете. Когда вы понимаете, где вверх, где низ, где право, где лево, да? Почему же у нас эта горка такая все-таки была не очень, а? Потому что фикс прайс — это вот та вещь, в которую мы попадаемся чаще всего. Невозможно кольца кривым уровнем строить себе высокое здание. Рано или поздно Пизанская башня будет вверху. Когда я, конечно, вот так хитро поставил кривой уровень на кривую горку, остановите, пожалуйста. Спасибо. Я уравновесил эти углы, и у меня показывал общий интерес. Но когда я, проверяя уровень, поставил на 180 градусов в другом положении, я четко выявил, что у меня пузырек всплыл. Вот так. Понятное дело, вы хотите здесь на ночь остаться, не выйдет. Ставлю часы. Как называются эти часы? Водные, понятное дело, не песочные, как предыдущая группа называлась. Потому что здесь вода протекает. Что для этого надо, чтобы дома повторить такой эксперимент? Убрать пробки и их вместе соединить. Пробки убираем, вместе соединяем. Точно? У нас как в унитаз бы вода пошла. Пробки можно дырку сделать. Пробки обязательно сделать дырку. Вопрос. Дырку какого размера? Булавочкой, иголочкой, гвоздиком сапожным, соточкой гвоздиком. Или вообще, как вот кто-то предлагал, там все внутри убрать. Возможно ли это узнать? Вот не видно тут, ну никак. Ну можно, это зависит от времени. От времени чего? Что так само узнается? Помедитировать? От времени, как у нас задать, туда шкафы, как чем. И что это вам даст? Нет, а что это вам даст? Гвоздиком. Чем больше дырки, тем больше. А что гадать-то? Надо подойти к этой вещи экспериментально и попробовать. Основа промышленного шпионажа. Неужели по толщине струи нельзя узнать диаметр отверстия? Гвоздик. Самое удивительное, да? Я вот ускорил время, да? То есть я вот так быстро-быстро нажал, и время быстро-быстро закончилось. Да? Способен так же сделать? Можно? Ну силы у тебя хватит бутылку сдавить-то. Свои силы-то размерять. Заметьте, я переворачиваю. Надо быстро-быстро воду перекачать вниз, но при этом трогать верхнюю бутылку запрещается. Нажимай снизу. Уверены? Попробуйте. Сейчас, подожди, посмотрим. Да, нижнюю. Вы нижнюю, будь то же самое. Нижнюю нельзя. О, когда он набрался смелости и наконец-то начал эксперимент, мы увидели, что действительно. Но что самое удивительное, в этом положении мы выдавливали воду, а в этом положении мы выдавливали воздух. А вода заканчивалась только в момент, когда мы отпускали стенки, и у нас за счет вакуума вода втягивалась. Понятное дело, слишком долго продолжается история. Дети отдыхают, они свое дело сделали. Могут ли взрослые ускорить реакцию, чтобы за одно движение вся вода прошла сверху вниз? Я знаю. Ну ты взрослый, что ли? Да. Давай со мной тогда. Давай на них так посмотрим. Все, мы с ним смотрим. Попробуйте сделать одно волшебное движение, чтобы у вас вода сама сверху вниз прошла. Готовы? Готовы? Время-то идет. Раскручивай ее, она сама пойдет. Вот оператор, наверное, заснял, да? Что подсказку я всем сегодня подсказал. Три раза как минимум. Можешь ли надавить? Ну, если надавить, ты можешь бутылку сжать и все, после этого выбросить останется. Дело в движении всего один раз. Волшебное движение. Ты заставишь воду перейти сверху вниз. Сильно нажать. Ну давайте, сразу идите. Правда попробуй. Так не получится. А что это даст? Ничего. Ураган из воды. Не ураган, торнадо мы говорим. Торнадо. Что удивительно, торнадо — это в принципе то же самое явление. Слои плотного воздуха. Смерч даже. Теплый и холодный. Вращаясь, образует какую-то штуку непонятную, неуправляемую, которая даже американцев не щадит. Они готовы вам сегодня заплатить деньги, если вы с торнадо сможете справиться. С градом мы же справились в свое время. Да. С помощью радиоаппаратуры определили, какие облака являются градонесущими. Именно в них стреляли йодосодержащим серебром снарядами и распыляли предстоящие градинки до момента маленьких капелек. Маленьких капелек. Я вам подсказывал, да. Покажи.
Надо здесь сделать дырку. Да здрасте, ломальчик. Нет, с тобой не согласен. У нас чистая экология. И что дальше? Ну, нажал ты на обе банки. Самое удивительное, вам уже было показано, в принципе, то движение, которое я вам 3, 4, 5 раз показывал, и оно запечатлено документальной видеосъемкой. Заметьте, эффект сомелье, ну, который вот определяет вино, да? Для чего он такие движения делает? Чтобы вино, поднявшись по стенкам полпустого бокала, приобрело большую площадь испарения и дало ему тот самый аромат, который он, собственно говоря, диагностирует. Что я сделал вот этим движением? Я центробежной силой заставил воду прижиматься к стенкам, освобождая место для прохода обычного воздуха. Вот у вас не было такой задачи, как у нас. Мы прибегаем с улицы в последний момент. Мультики уже должны быть. Нам говорят, сначала ванну, потом помоешь, а потом мультики. Помыться мы помылись, стенка грязи осталась, но надо еще воду слить, и как это все делать, мы не знали. Потом научились. Раскручиваешь. Вода резко уходит вниз, мочалкой раз, и все, мультики смотрят. У нас проблема такая стоит. У них нет проблем, поэтому не мало чего. Ужас. Сегодняшняя технология, конечно, вот тут разные углы, разные материалы, все сложно. Берем русское йо-йо. А что, ты догадался, что она здесь, что ли, сколько? Представь, на ногу такая вещь. Да? Поэтому на 3 шага отходим. Не цеплячих шага, а побольше держи. А то мало ли чего. Дайте там у кого рука нормальная. Твердая рука, друг индейца. Становись сюда. Нет, лучше девочка. А чтобы было понятнее. Когда мальчик медленно, спокойно потянет нитку к себе, катушка поедет к нему или к девочке? К девочке. М? Ты сам скажи, у тебя нить эксперимента в руках. К девочке. А ты считаешь? Есть другие варианты? Нет. А, нет. Мальчик. Мальчик поедет. А, нет, ко мне поедет. Ко мне, да. Ну, мне непонятно, у меня очков сегодня нет, кто что сказал. Вы запомните свои ответы сами, честно. И честно проверив экспериментом. А уже поздно, мы услышали, на видео записали твой ответ. Медленно, спокойно, береги ноги, тянешь нитку к себе. А катушка едет? И куда едет катушка? Естественно. Поняла, да? Если за нитку тянуть к себе, то катушка поедет? Нет, теперь она к нему поедет. Да, потому что нитка снизу. Да, сейчас. Давай, что изменилось, что ли? Катушка та же, нитка та же, но девочку на мальчика поменяли. Одна сторона нитки другая. Понятно. Ты тянешь нитку к себе, катушка едет? Вот упорная, все под себя. Проверим. Ноги убрали, видео есть, процесс пошел. Она права. Вот в физике самое странное дело. Не большинство решает. А тот, кто смотрит, с какой стороны веревочка-то находится? Сверху или снизу? Точки вращения этого предмета. Кто спорил, что можно за нитку толкать от себя? Она же мягкая нитка. Можно всего лишь натянув, заставить катушку двигаться в свою сторону. Вопрос. Можно за нитку толкать от себя? Можно натянув, заставить ее двигаться к себе. Но если сказать волшебное слово физика, то кто его знает, что получится. Тянем к себе, она едет к нам, но мы говорим волшебное слово физика, она едет. Почему-то будет. Я наклон. Какой наклон? Стола, что ли? Как стоял, так стоит. Почему так происходит? Я ее всего лишь тяну в свою сторону. Оказывается, на самом деле, когда угол меняется, катушка скатывается с веревки. Когда внизу, она набегает на веревку. У нас взрослые есть здесь сегодня? Попробуйте найти промежуточный угол, выше которого от вас, ниже которого к вам. И при этом предскажите поведение катушки, что с ней будет происходить. Как она будет двигаться? Вы под таким найденным углом тянете в свою сторону. Ни выше, ни ниже, иначе бы катушка просто туда или сюда покатилась. Что при этом с катушкой будет происходить? А? Не, ну ниже понятно, будет на вас, выше от вас, а вот промеж ними. Она будет просто... Она будет просто весить. Найдите. Она, может, слов не знает, грамотных таких физических умных слов, но знает, что надо это проделать. Она должна будет просто ко мне двигаться.
Скользить. Да. Вот. Русское слово скользить. Вот найди этот угол. И где скользить, я не вижу. Оператор ждет. На флешке метод заканчивается. Правильно. Что хотел, то и получил. На самом деле многие аплодируют, говорят, ура, эффект открыт. На самом деле ничего подобного. Если найти промежуточный угол, то она будет стоять на месте, вращаясь ни туда, ни сюда. Если бы он не улыбался, а снимал точно, не дрыгал бы камеры, он бы увидел, что у меня положение угла, нити по отношению к столу, чуть-чуть изменилось. Вот часто мы от многих эффектов уходим в сторону, потому что не наблюдательны, не смотрим, не запоминаем чего-то. Встроенные что-то телефоны, видеокамеры не работают, они не знают, зачем они им нужны, заляпан там, не знаю, грязным пальцем. Если вы сняли эту вещь когда-нибудь в своей жизни, а потом посмотрели бы на видеоэкране, так, видишь открытые вещи? Поэтому на три шага, на всякий случай назад. Берегите девочек, да? И руки от стола. Опасные вещи показываю. Генератор можно завести. Самолет Нестерова также заводился в свое время. Накинули валенок на лопасти, дернули за веревочку, завели, полетел. По сути говоря, раскладушка, да? Ничего, тем не менее, интересный эффект смотрели. А вы что думали? Не зря мы, наверное, получаем такие удивительные призы. В легендарном месте нынешнего Санкт-Петербурга, в бытности Ленинграда, где располагался дом занимательной науки Перельмана, автора книг «Занимательная физика», «Занимательная геометрия» и прочее. И вот мы в этом музее ответим на вопрос, это вечный двигатель? Вечный. Ура! Камера запечатлела, что это действительно открыт вечный двигатель. Сегодня, 17 мая 2014 года. Кто имеет уши и по утрам их моет, тот по тембру уже услышал, как изменяет тембр, останавливается, притормаживает. Поэтому человек, который занимается диагностикой автомобилей, слух надо иметь, правильно? И она не классная, когда... Но если смазать, еще дольше будет, понятное дело. То есть рано или поздно эта вещь у нас должна остановиться, да? Давайте я попробую еще раз ее закрутить. Но прошу вот молодое поколение перейти на мою сторону. Так, молодое поколение, ты себя к кому причисляешь? Ты пионер или пенсионер? Ну все, да, значит, это за нас. Это юные разведчики. Как пел Высоцкий, там шпионки крепкие телом, ты их в дверь, а не в окно. Молодец, становись. Только от стола, просьба отойти. Так, пионеры сюда на мою сторону. Наша задача победить взрослых. Они сегодня ничему не верят, вот поверь мне. Так, с этой стороны. Равновесие так. Ваша задача. Руки не держать скрещенными. Со связанными руками ничего не сделать. Надо в нужный момент сказать волшебное слово. Какое? Только не так физика, а как в карате. Физика. Резко, на выдохе. Почему резко, вы поймете, я думаю. Потому что в этот момент энергия высвобождается с огромной силой. От стола немножко отошли. Приготовились. Три, четыре. Физика! Как он в другую сторону шел, надо на выходе. Три, четыре. Физика! Взрослые поможете нам? Ну все тогда. Три, четыре. Физика! Что мы без родителей сделали бы, да, сегодня? Без их энергии. На этой удивительной ноте мы сегодня заканчиваем. Наш музей пока не поменял своего адреса. Приходите еще в будние дни, имейте в виду, кроме субботы-воскресенья. И пожалуйста, пройдем все остальное. Потому что я, конечно, не кудесник, чтобы вам за полтора часа всю физику объяснить, разъяснить. В школе там 5-6 лет учат. После чего нам пишут, вот, книги отзывов. 11 класс. Как жаль, что мы крупные группы прошли физику. Чтобы этого не было, изучайте ее с молодых лет. Правильно. Всего доброго. Спасибо. Видео, надеюсь, получили.